Кстати, праздник уличной музыки проходит в эти праздничные дни тоже в нашем городе. На него отправляется Эволдукуль. У нас прямое включение очередное. Привет из старого города Риги. Улицы исторического центра столицы пропитаны музыкой. Уличные артисты радуют гостей и жителей города своей игрой. И рядом со мной сейчас находится Линда, это продюсер Дня уличных музыкантов. Расскажите, пожалуйста, как вообще пришла идея создать такой фестиваль? И как давно этот фестиваль существует в Риге? Ну, в Риге этот год седьмой раз. Но эта идея обосновалась в 2006 году в Литве, когда наш очень хороший друг и очень популярный, прекрасный музыкант Андрюс Мамонтовс просто в один день написал своим друзьям: «Ну вот приходите, может быть, помузыцируем вместе на улице». Ну вот из этого одного письма началось, и тогда уже в Литве она очень такая большая инициатива. Каждый год, один раз в год, музыканты, аматеры, профессионалы приходят и слушатели могут наслаждаться красивой музыкой. А вот здесь я тогда вот жила в Литве и приехала здесь и поняла, что есть это то, что я бы хотела дарить Риге. И вот с 2011 года мы здесь, в Риге, и тоже праздновали. Большое спасибо вам, Линда. Я желаю, чтобы ваш фестиваль продолжал цвести и радовать не только жителей города, но и побольше туристов и иностранных гостей. Ну а мы сейчас переключимся к нашему участнику дней фестиваля уличных музыкантов. Это Вадим, который расскажет нам, как он начал играть на улицах и почему. Здравствуйте, меня зовут Вадим, и я хочу вам рассказать, почему я играю на улице. Я долго хотел стать гитаристом. Мне в этом помог мой учитель Виктор Евдокимов. И я хочу передать ему привет. Витя, привет, если ты меня смотришь, я очень рад этому. Впервые я узнал о дне уличных музыкантов в 2011 это было. Да. Я тогда был совсем маленький и не представлял, что выступать на сцене — это такое огромное удовольствие. Я даже... мне это не приносило столь большой радости. И сейчас, сегодня, я уже взрослый, мне 16 лет. Мне очень нравится выступать на сцене. Я обожаю просто. Я каждый год выступаю на сцене, на Дне уличных музыкантов. Я это обожаю. Ну, скажите, пожалуйста, наверняка для вас это не только хобби, но и какой-то вид заработка. То есть идут зрители, так можем их назвать, и кидают вам звонкие монетки. Каково это ощущать, что вас ценят, любят и признают, так сказать? Безусловно, когда тебе кидают монетку, это очень приятное ощущение, так как ты понимаешь, что чем ты занимаешься, это кому-то нужно. Но опять же, если бы мне никто не кидал этих монеток, я был бы все равно рад, потому что я отдаюсь по полной, когда выступаю. Мне это в кайф, даже без заработка. Чем отличается уличный зритель от концертного зрителя? Ну, во-первых, уличный зритель, он находится ближе к тебе, и он находится на одном уровне с тобой. Он не как на концерте, можно сказать, под тобой, потому что сцена, как правило, выше. Ну и на улице частенько бывают какие-то смешные ситуации. Например, как было, по-моему, в 2013 году, пришел пьяный рыцарь и начал танцевать вместе со мной. Это было очень забавно. На концерте такого никогда не бывает. Большое спасибо, Вадим. Я желаю и вам творческих успехов. И я предлагаю вам, телезрители, еще насладиться уличной музыкой, ведь это так прекрасно.